Всем привет! Еду по улице Комсомольской. Это топиарная скульптура орла из ивовых прутьев. За ним виднеется храм. Не так давно его построили. Только забыл, как называется. Вот. Красный трамвайчик проехал. Вообще, я сейчас несколько моментов сниму по дороге. Хочу их отметить. И это вот первый. Как мы знаем, продолжается благоустройство улицы Комсомольской. Выпиливаются деревья ветхие и большие. Делается там тротуар, вот дорожная часть, вот там дорога-дублер. Вот, убирается старый асфальт. Видимо, груды старого асфальта. Это рыночек. На восьмом у агрокомбината. Восьмой магазин это место называлось. Так, смотрим. Вот ремонтируется Комсомольская. Там бордюры, тут бордюры. Каток стоит, строительная техника. Складирована плитка для укладки тротуара. Помните, здесь много было деревьев, вот у тех домов. Вот они как бы защищали дома, а теперь их нет, деревья вырезали. Но зато стал шире проезд. А это магазин «Стрела», известный автозапчасти. Тут две «Стрелы», «Стрела» и «Стрела М». Также магазин «Умелые руки». Этот рынок называется «Стрела». На «Стреле» его тоже. С другой стороны находится у нас магазин велосипеда, мой любимый, и рынок Южный. Тоже там с той стороны тоже благоустройство ведется. Разные эти горы песка и щебня. Сейчас мы, вот опять трамвайчик едет. Чешский, по-моему, трамвай. Вот здесь магазин сантехника, Руссантех, очень хороший ассортимент. А это памятник летчикам. Самолет МиГ-17. МиГ-17F называется. Вот. Центр культуры, бывший ДК «Дармаш», проезжаем Рижский переулок. Так, теперь особенное внимание, нет, не на этот красивый новый дом, а вот на этот старый довоенный дом, Рейхстаг называется. Вот возле него сделали тротуар наконец-то. Вот видите, вот где машина, вот за машинами тротуарчик сделан. Это очень нужно, потому что люди ходят. Раньше его не было, и прям вот стена дома и дорога. Это совершенно неправильно было. А теперь хорошо. Этот дом будет на Ботанике. Проезжаем мы. Слишком большое видео не буду записывать, но хочу показать сейчас вот. Это авиационная улица, тоже там вот плитка складирована, много плитки. Тоже ведутся работы. Хочу показать, что сквер ветеранов тоже доделывается, облагораживается. Ох, как много здесь яблони выпилили, хорошие были яблони, жалко. Трамвайная остановка, магазин «Уют», вот сквер ветеранов. Там тоже плитка лежит, что-то там дорожки песком посыпаны. В общем, обновляется покрытие в сквере ветеранов. И с этой стороны дороги тоже мы видим трактор, землю. Вот так благоустраивается улица Комсомольская. Еще сейчас мы посмотрим, как ларьки убирают возле «Современника». Очень много там ларьков был, вернее, торговых павильонов. Вот их все убирают, скоро их там не будет. Магазин «Эльдорадо». Там
бывший магазин «Уют», мебель, детский мир. Бывший магазин «Океан», ресторан «Океан». Давно уже под ремонтом стоит. Бывший гастроном «Космос», а теперь, внимание, «Современник». И сносятся возле него торговые павильоны. Видите, практически уже разобраны. Торговли здесь больше нет. Будет площадь голая. Ну, собственно, и все. Спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал «Из Орла». Ставьте лайк, пишите комментарии, поделитесь видео с друзьями. Сегодня 14 сентября 2023 года. Уж можете также пополнить баланс моего сотового телефона 8-920-889-20 на услуги связи, звонки, смс, интернет. До новых встреч. Вот такие изменения на улице Комсомольской.